Всем привет! Продолжаем моделировать ледоруб. Во вкладке Geometry можно включать динамический subdiv сетки. Это нам поможет видеть сглаженный результат нашей работы. То есть примитив сглаживается, добавляются ребра дополнительные, но все же в примитиве лучше добавить определенное количество ребер, если они нужны. В инструменте The Modeler можно перемещать петлю ребер Edge Loop при помощи инструмента Slide. Очень полезная фишка. При помощи инструмента Insert добавляем ребра и продолжаем редактировать форму модели. Продолжая редактировать ребра, стараемся достичь форм оригинала. Пришло время создать отверстие, которое есть на референсе, и при помощи инструментов Delete и Bridge я этого достиг.
Добавляем ребра жесткости, чтобы при сглаживании модели формы соответствовали референсу. Я сделал копию ледоруба, дабы избежать проблем, если вдруг пойдет что-то не так. И всегда можно откатить назад к старой модели. Добавляем ребра на концах модели, чтобы сетка при сглаживании и добавлении дополнительных полигонов, то есть сабдива, была в этом месте более плотной. Чтобы перемещать точки при помощи кисти Move, лучше включить Topological, чтобы перемещать конкретные элементы модели, ребра или точки.
создаем для отверстия новые полигруппы и при помощи инструмента Bridge делаем отверстие. При помощи инструмента Delete Poly удаляем ненужные полигоны. На этом вторая часть нашего сериала подходит к концу. Увидимся в следующей серии. Всем пока!